Ну, привет, ребят. С вами снова я, Толян. Вот решил записать бой. Сегодня играл с Фартовым. Ходили мы сегодня с ним два раза. Вот первый бой. Ну, тут 50 минут, но мы тут так, чисто контракты делали. Второй бой пошли с ним. Тут, да, попались нам хорошие такие ребятки. Тяжелый бой, был бой. Так, показываем первое. MGA из приговора. 93% винрейт, медали имеются. Так, и напарник у него был Sub-Zero из клана Asian Elite, 84%. Ну что, перейдем к просмотру. Наслаждайтесь. Серьезно, получился потный бой. Есть даже хорошие замесы. Так, давайте мотанем. Бой длился почти 44 минуты. Так что бой был долгим и жарким. Так, добегаем вот сюда, до серединки. Тут пехотинцы прибегают. Так. Так, ага. У Фартового 3CS, второй штаб пока. Так, у меня то же самое, выход в море. И собираем. А, по морю мы уже собрали, извиняюсь, я уже промотал это. Ну, тут ничего интересного. Так, вот выход в третий. У меня тут что? Только выхожу в третий. Да, что-то я опаздываю. Ну, как обычно, рак, что сделаешь. Так, разведаем противников, что у них тут. Сюда выезжаю. Так, одного сюда отправляем. А нет, да. Одного сюда, а сейчас второй поедет к зеленому. Так, ну тут ничего пока такого. Сразу видно, что синий игрок будет играть наземкой. Так, этим койотиком летим к зеленому. Посмотреть, что у него там. Уже 7-я минута боя. Интересно. Так, видимо, авиазавод уже производится. Vertex. И выход уже в 4-й штаб. Ёханый бабай. Да, опаздываем мы. Малёха. А, нет. Прожимаем голду и выходим тоже в 4-й штаб. Правда, вот с ЦСками беда. Не доставил, вот только сейчас доставляю. Так, Фартовый тоже в 4-й идет и идет в авиацию. Так, по ЦСкам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ЦСок есть. Так. У нас тут так, 4. 5-6. Достраиваю 7-ю. Ну и погнали. Пока ничего интересного. Наверное, весь бой начнется уже где-то минуте 15, наверное. Решили мы поиграть через развитие, так сказать, позарубаться. Так, Фартовый, что у нас тут выходит в два авиазавода. Так, тут летают уже вертексы. Выпиливает разведку, тут Фартовый летает, тоже выпиливает разведочку. Кусаемся, пока кусаются наши авиаторы, так сказать. Так, погнали дальше.
Тут что у нас? Ну, тут, так как синего давно не разведывал, думаю, ну, кину тут пару рядков, так сказать, на всякий случай, минок. Так, ну, производятся у нас хамелеоны, ягуары. Пока копится армия. Так, что у меня? Раз, два, три. Ага. Три завода. А, этот еще... Третий завод пока еще не апнутый. Так, тут разведка. Опа. Тут один завод доторов уже есть. Так, а у синего у нас тут, так, четвертый штаб, тоже два завода Зевсов, щит и тайфуны. Так, прилетел ко мне тут, разведал ценой вертекса. Летает тут фартовый. Убирает разведку. Так, так как вот они, торы прилетели первые, вот вертексы, извиняюсь, так, пора немного помедленнее. Тут уже начинаются самые такие моменты. Так, минус два вертекса вроде бы было. Коплю и армии уже через три завода. Ягуаров, хамелеон и дикобраз. Так, тут стоит, тут я сейчас их буду отправлять по кушерям, так сказать, тарить. Тут один этот какой-то, блин, коцает моих пехов. Так. Ну что, уже full КО. Сейчас подожду до заказа, вот этот последний, и начну выдвигаться. Так, вертексы летают. Фартовый хочет поехать, полететь на перехват. Тут ко мне торы летят. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Да, вот тут будет сейчас бобо. Блин, ну хоть выжил завод ягуаров. Да, было больно. Так, тут вертексы залетают, ну минус вертексы, торы возвращаются. Хорошо, он попал под дикобразов, залетел. Так, восстанавливаем, ремонтируем, восстанавливаем заводы. Да, было больно. Погнали дальше. Копим. Так, все, поехал. Выдвигаюсь я. И тут ко мне тоже выдвигаются. Тут тоже не в чё такой. Зевса щит такой. С тайфуны, Зевсы, щиты. Ну это я спалил, короче. И давай вот сюда. Сейчас будем здесь встречать. С холмика, так сказать. Пора. Пора. Он подумал, пора на меня выдвигаться. Я думал, а я подумал, так, пора встречать ребят. Так, сейчас разложим ягуаров пошире. Вот она тут, группировка такая, светится вся красивая. Тут ягуары куда-то, блин, начали ехать. Вроде раскидал по точкам их.
Ну, здравствуй, Новый год. Так, есть минус тайфуны. Ну и так, пару зевсов кусанули. Знаем, сейчас будут, по-моему, сейчас еще и торы будут лететь. Да, вот они летят, торы. Минус один тор. Опа, мимо. Мимо, мимо, мимо. Так. Ну, давай, догоняй, фартовый. Догоняй. А, тут еще вертекс минус тоже. Блин, не догнал. Не догнал. Что у нас, фулл-квот? Так, выход в пятый штаб. Напарник говорит, атакуем. Синий отступать решил. Синий решил отступить. Ну и правильно. Что он отступил, он сейчас будет прикрывать зеленого. Так, фартового тут тоже есть. Раз, два, три, так, четыре, шесть, семь. 8 ягуаров, пару хамелеонов и дикобразы. Все, выдвигаемся мы туда по направлению к зеленому. Вот я пишу ему, что думаю к зеленому идти. Тут нас разведка встречает. Опа, вертексы прилетают. Угу. Думаем помансить здесь немного. Извиняюсь, ребят, немного подзастыл. Работал на улице под ветер. И немного продуло. Так, что тут, кружу. Думаю, немного подзапутать противника, может торами ударить. Так, тут вертексы летают с разведкой. Тут сейчас фартовый будет разлаживаться. Ай-яй-яй, минус хам. Четко он его выбил. Так, ну а я что тут делаю? Я тут... Думаю, вот в этом направлении ехать. Так, фартовый что-то, по-моему, нервничать начал. Атакуем, да, атакуем. Понятное дело, братан, атакуем. Ох, а тут он палит, тут такая вот фишка. Много зевсов. Пишу, иду, бро, но только в другом направлении. Думаю, блин, там до хрена армии, надо сюда идти. Тут тоже пачка зевсов. Так, разлаживаемся. Как попало, конечно, разлаживаемся тут на ходу. Так, фартовый говорит, сюда. Иди, беги, беги. Ну, опа, пошла застройка стенками. Пошла застройка стеночками. Так. И тут торы пролетают. Бабах. Вертексы, ну да. Плохая была идея. Лучше надо было, наверное, скорее всего, там разлаживаться. С фартовым вместе. Ну, тоже не факт, там торы. Так, забрал я тут ему хотя бы завод зевсов. Ну, торы вот накрывают 5 штук. И там еще 2 было, ребят. Итого 7 торов. Одно попадание и минус вся армия. Так, копим дальше. А что делать? На производстве сидим. Вроде ресурсы подкопились. Так, ставим тут еще один завод ягуаров, по-моему.
Так, поехали дальше. Че тут у напарника? Напарник летает с разведкой. Так, тут у меня тоже Ягахам имеется. Вот тут пехота с разведкой бегает. Так, погнали дальше. Так, тут что у нас? Тут, по-моему, вертекс с разведкой летает. А нет, не летает. Ну, опять выдвигаемся. Опять-опять снова мы выдвигаемся. Да. Опять идем к зеленому. Так, фартовый здесь тоже ягахамом. Только не пойму, зачем два хама включать. Или он их все сразу включил. О, торы пролетели. Мимо. Минус тор. Красавчик. Ай-яй-яй-яй-яй. ПВОшек много. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Так, тут что у нас? Тут тоже, ух, застройка пошла стенками. И тут вот, опа, лучик. Вот тут у нас лучик, Зевсы, тайфуны охраняют, так сказать, этот лучик. Теперь тут я на бугру разлаживаюсь. Ну, сейчас тоже... Увлекусь я этой атакой, блин. Думаю, так, надо этот бить. Луч, срочно. Срочно надо луч бить. Опа, все, выбиваем луч. И вот сейчас надо было переезжать, а я тут, блин. Опять раканул. Опять ошибка. И вот прилетает Тори. На. На, Толян, на тебе по шапке, блин. Ай-яй-яй. Так, с этой стороны заезжает фартовый. Ай-яй, на бункер. Бункер светит. Ракетка бьет. Так, ну тут меня вертексы летают, добивают. Беспомощного. Беззащитных моих ягуаров. Все, нету. Так, фартовый тут. Да, есть, немного атакует. Ну, торы пока на перезарядке. Ай-яй-яй, по хаму. Так, ну что, минус... Минус ПВО и минус Ягахам. Да. Да-да-да. Опять копим. Уже, по-моему, с четырех заводов. Так, раз. С четырех че нет? Или этот еще не апнутый, блин? Нет, также с трех заводов. Так, тут что, опять пехота с разведкой бегает. Так, фартовый, что у нас тут? Ага. Почти два звена есть. Да, сейчас будет два звена кречетов. Он еще аллигаторов делает. Ну, вместо ПВОшек, наверное. Да, тут вот вертекс летает. Так, есть у нас тут уже хороший ягахамчик. Мотаем дальше. Так, тут он решил разведать мне дельтой. Бах. Может, думал сделать викингов, что ли. Ну, видел, что там не стоит делать викингов, потому что там есть минки.
Ага, вот улучшаю четвертый завод ягуаров. Так, мотанем. Ничего пока нету. Так, вертекс разведывает. Угу. И напарник мой разведывает. Ну тут луч уже заряжается. Сейчас напарник будет писать. Вот он летит. Попробовать выбить его. Но тут очень много ПВОшек, тайфунов. И тут тайфуны. Еще и вертексы. Так, ну у меня хоть накопило фулкво. Напарник тут на французском. Пишет нам хана. Выкидываю стройдвор. Электростанцию еще. Так, фулкво есть. Опа. Вот оно. Есть. Бабах. Да, неплохо так. Ну, остался у нас завод. Два завода ягуаров и завод хамелеона. И, ну, можно предсказать, в принципе, фулкво. Так, тут что у нас летит? Торы летят. Опа. Мимо. Бомбили, но мимо. Тут что у нас? А, дельта стоит, дежурит. Так, тут ЕГХМ есть. Много ягуаров здесь. По-моему, около 20. Да, около 20 штук. И 4, по-моему, дикобраза. Да, 4 дикобраза. Так. Вертексы летают. Так, тут что у нас? Разведка техники и погнали. Сейчас будем пробовать пробивать все-таки. Так, тут ничего у нас тут. Частично восстанавливаем базу. Торы. Пробомбили, но что-то, по-моему, мимо они как-то бомбанули. Так, застройка стенками. Летим на пролом, тут разлаживаемся. Эх, вот эти сейчас. Сейчас мы будем сносить это все. Будем, так сказать. Принесли ответочку. Поднимает он вертексов. Поднимает торов. Только, правда, не знаю, не вижу, куда они будут бомбить. Но куда-то они точно бомбанут. Ага. Ай-яй-яй. Ну, не так страшно. Есть, армия еще осталась. Так, минус аэродром, минус второй аэродром. Минусуем штаб. Минус третий аэродром. Так, тут синий поспевает на подмогу. Зеленому тут хорошо досталось. И тут опять луч заряжается. Так, разлаживаемся, встречаю я тут Зевсов. Сразу не спалил, что луч заряжается. Сейчас я буду, да. Сейчас я... надо было уже, наверное, добивать. А, у меня хамелеон сел.
Ёлки-палки. Но все равно надо было добивать уже ее. Тут осталось 3-4 Зевса. Так, на разведке лечу сюда, чтобы выбить луч. Он сейчас отменит заряд. Правильно, ресурсы-то нужны на восстановление. Все, отменяется зарядку луча. Так, тут тайфунов коцаем. Тут решаю выбить ему авиазавод 3-го уровня. Есть. Все, ну, в принципе, да, много электростанций. Сейчас он юзнет буст. Стап и реконструкция. Он все потерянные ЦСки, 6 штук, по-моему, их сразу и поставит. Так, что у нас тут? Ну, тут копим, да, есть у нас тут накопления какие-то. 2 хамелеона. Ставим еще один завод. Так, тут фартовый. Пытается пробить. Нет, отступает. Так, что у него тут? Авиации нету. Ягахам. И идут, по-моему, грены, да. Производство гренов. Надо заказ. Так, раз, два. На 3 ЦСки. Пишу, пока держимся. Извиняюсь. Ребят, извиняюсь. Так, копит сюда фартовый. Я-то сразу и не понял, что у меня только 3 ЦС-ки, ёлки-палки. Блин. Да. Ничего, сидим на снабжении. Так, выдвигаемся. Пишу, иду к тебе. Этой пачечкой. Что у нас тут? 8 ягуаров, 2 хамелеона. Ну, уже без дикобразов. Авиации-то нет уже. Так, доставляю еще 2 ЦС-ки. С горем пополам, блин. Так, вот этих тоже надо было подправить. Ну, едем. Так. Фартовый тут копит. Вот еще один хамелеон подъезжает. Ягуары, дикобразы и грены. Шашлычки бегут. Так, подъезжаем мы к базе. Тут видим уже молотки тайфуны. Неплохо так, пехоты. Есть. И Зевса щит. Вот, включаются щиты. Пошла заруба. Молотки в туман, как обычно, да? Едут. Так, отступая немного. Еще и хамелеон выбили. Немного отступил на расстояние. Бьем. Так, тут грены так четко так отрабатывают. Есть. Пробиваем этого синего. С его Зевса щитом. Говорю фартовому, давай дожимать уже, атакуем. Разложился тут
в рядочек так. Да, это так неплохо. Молотки, зевсы, щиты, тайфуны. Так, недоконтроль щита, минус щит. Опять отступаю. Молотки, блин, надоели, едут в туман. Ну вот. Вот этот вот момент и был переломным. Уже четвертый штаб, ёлки-палки. Три завода молотков. Завод тайфунов. Ну, я же говорю, он отменил заряд этого луча. И это ему позволило поставить моментально заводы и апнуть штаб до четвертого уровня. Тут у меня еще копится и копится и копится. Ой, только улучшающий до третьего уровня. Опять напарник тут на французском. Нас не пробить. Все. Добиваем из зеленого. С горем пополам. Ну что я скажу, тяжелый бой был. Торы хорошо попадали. Да и, ну как хорошо попадали. По моей глупости. То, что не двигался, а движение это сила. Больше движения, больше шансов на выживаемость. Так, ну тут синий все еще пытается отчаянно отправлять зевсы, но это одиночные зевсы. Это так, мясо. Так, ну тут еще зевса с щитом уже все, никакого контроля нету. Все, идет идет добитие базы. Ничего так собирали прям. Тут фартовый решил ядерку ставить. Я ядеркой не играю, она у меня стоковая. Пишу, что ждем, типа, ну, ядерку ждем или что. Или что делаем. Так, тут у меня вот еще до заказ приехал. Вот, сейчас он будет отвечать мне. Ждем, нет. Пишет, атакуем. Ну, значит, атакуем. А, сейчас напишу, подожди, сейчас мои подтянутся, гаврики. Погнали. Тут зевсы опять копились. Наверное, думал, надеялся. Что-то получится. Вот тут щит выезжает. И тут уже просто вкатываемся и все. И все. Тут еще до заказ работает, зевсы выезжают. Фартовый подустал, аж похоже, все, хорош. Красавчик фартовый, ты имба. Молодец. Хорошо сыграли. Тут тоже торпеда куча.
Ну, тут пошло записывать, там не записывать. Пишет, не можем. А, типа он не может записать. Ну ничего, братан. Ты не можешь. Я могу. Еще и с озвучкой. Вот такой вот бой, ребят, получился. Кому понравился, пальцы вверх, ребят. Подписывайтесь, кто не подписан. Всегда вас ждем на нашем канале «Стратегисты 2×2». Всем пока. Всего хорошего. Тащите, ребята.